Ну что, не будем затягивать с этим, блядь, удовольствием, да? Сразу же продолжаем, блядь, дальше обозревать сие, блядь, творение. Вот эти воздушные атаки, они не очень эффективны, но они позволяют мне вот эти комбинации... Пиздец, собирать, блядь. Поэтому я их делаю. Они не очень эффективные, блядь, да, ебать, но я их делаю, блядь. Пизда, блядь, интересный геймплей, аж всраться. Ага. Чтобы сделать специальные атаки персонажа, нужно держать кнопку R1. Ну давайте попробуем. Охо-хо, телепорт. Что за бред, блядь, да, во-первых. Что это значит, блядь, где спецатаки надо держать R1, блядь? Представляете себе, играйте в Mortal Kombat, да, ебать? И для того, чтобы сделать спецатаку, надо зажать какую-то эту, блядь, кнопку нахер. Что за хуйня, блядь? Следующее, блядь, он так реагирует, блядь. Так, чтобы сделать, надо нажать. А ну, давайте-ка попробуем, блядь. Ого, такая реакция у него охуенная, блядь. Как-то он играет реально первый раз, блядь. Вначале сучара, блядь, говорил уже 100 раз. Я ее прошел, досконально знаю. И тут, блядь, играет на камеру. Ого, блядь. Кого он пытался удивить, блядь? Телепорт? Телепорт, блядь. О, спин. Пиздец. И так вся игра. А теперь сравнить, да, Mortal Kombat, мифология Sub-Zero, блядь. Там игра и тут игра, блядь. Конечно, интересно, когда враги тебя не могут отпиздить, блядь. Я, наверное, так обузить не буду. Во всяком случае. Что делать? Потом. Обузить, блядь? Потому что это может надо есть. Да чё там, нормально, блядь? Но если я вот буду делать так всю игру, то, наверное, уже через 5-6 часов открою все свои умения. Через 5-6 часов открою все свои умения, блядь. Гениально, блядь. Вот это реально интересно, да, ебать? 6 часов вот этой мастурбации, блядь. Охуенно! Вот это охуенный геймдизайн! Давай, хвали игру, блядь. Вот лашпед, блядь. Давайте сразу разберемся. А вот это что такое? А, это концепт-арт. Ну, понятно. Чё ты заржал, блядь? Ага, шляпа. Круг шляпа, треугольник это спин. Нельзя ли его держать? Его, наверное, можно держать как-то. Да, потом этот спин становится больше. И ебанулся, добавляются еще какие-то характеристики. Сука, насколько он вообще по-тупому, блядь, комментирует нахуй. Так а что эта кнопка? Он говорит, вау, а это вау, а это вау. А потом говорит, дальше можно будет это делать дольше. А что ты тогда удивляешься, блядь? Не знаю, я постоянно об этом говорю, блядь, но он постоянно, блядь, строит из себя какого-то, блядь, я не знаю, открывателя, знатока, блядь, непонятно кого он, блядь, из себя строит. Типа, блядь, первое впечатление, блядь, а потом тут же, блядь, говорит, а дальше можно будет делать так. Вау, вау. Бред полный, блядь. Четырехугольник это телепорт. Четырехугольник, сука. Его, не, в воздухе спецприемы делают. Но оно не мудрено, блядь, хитбокс, хёртбокс, блядь, всякая поебень, блядь, он четырехугольник, блядь. Сука, блядь. Потому что на круг не орет закругленная палка, блядь. В платформере именно кнопка отвечает за прыжок, а не вверх. Чтобы прыгнуть, нужно нажать на X. Все сделано правильно. Вот дебил, сука, полный вообще дебил. Сравнивает 2D игру и 3D игру. В 2D игре не надо, блядь, двигаться назад, там, то есть, ну, вниз, там, да, вверх, то есть. Ты двигаешься только влево и вправо, поэтому там прыжок наверх, это вполне нормальное явление. Особенно, когда четырехкнопочное управление по ударам. Здесь же никак нельзя сделать вверх, чтобы был прыжок. Тут тебе надо вверх использовать, чтобы двигаться вперед. Вниз, чтобы двигаться назад. Кстати, а в этой игре можно приседать? Вот тебе еще один, сука, минус, блядь. Пидор ты, блядь. Ебать, ну реально, сука, как можно сравнить, блядь, 3D, блядь, сука. Беготню, да, и 2D, блядь. Пизда, блядь.
Ебень, блядь. Я представляю, если бы в мифологии Саб-Зира, блядь, наверх был бы удар ноги, например, блядь. Давайте посмотрим, что у нас в меню старт. Ага, видите? За Шо? Дополнительные очки можно открывать новые спецприемы. Вот, чтобы открыть дополнительный уровень телепорта, мне нужно потратить 3000 очков. То есть 3000 очков опыта, а у меня пока что 1850. Ты что? Это также касается комбинации. Вот видите, все комбинации разблокируются за определенное количество опыта. А вот это что такое? Ах да, тут еще есть дополнительные умения, которые необходимы для прохождения тех или иных локаций в игре. Поэтому они дадутся мне со временем. И он хочет сказать, что он все использует, да? Вот он орил мифологии Саб-Зира там, как он утверждает, блядь. Большинство не используется, блядь. Тут для того, чтобы пройти какую-то всего лишь одну локацию, блядь, тебе открывают специально умения. То есть это вообще не имеет никакого смысла. Нужно было и без этого обойтись, блядь. И есть какие-то техники, которые я, конечно, забыл. Ага, можно как-то эвейдить атаки. Что такое эвейдить, блядь? Нажимаем кнопки. Говори по-русски, блядь. Ой. Что-то игра опять начала лагать. Ладно, пошли дальше. Ой, блин. Что же не так? Ебать, та же самая арена, ля, тупо, один в один. Итак, мне пришлось немного снизить разрешение игры до трехкратного, и сейчас немного графика выглядит хуже, но... Трехкратное разрешение игры? Что за бред? Так как мне получить тот... Разрешение игры это там 640 на 480, или там 2000, там 100 с чем-то на 1000 с чем-то. Вот это разрешение, а не трехкратное, блядь. Ты что, тебе зум? Ага, если мы держим L2, то концентрируемся на определенном противнике и блокируем его удары. Ебать, он так объясняет, нужно, блядь. Заблокировать. Удар, ну-ка давай. А, давайте попробуем какой-то этот спецприем. Ху-ху. Уху! Уху-ху! И толку от него, ты его потом даже подловить, блядь, не можешь. Ну, на самом деле это невыгодно, потому что нужно вот такими ударами бить, чтобы множитель опыта увеличивался. Пиздец, блядь. А вот я не знаю, как можно будет использовать телепорт. Почему-то я забыл. То есть телепорт вообще и нахуй не нужен, да? Крутилка тоже, блядь, невыгодна, нахуй. Я не знаю просто, как, блядь, это комментировать. То есть у Кунлао 4 спецприема, блядь. Два из которых он уже назвал неэффективные. Шляпа тоже потом будет неэффективная, он скажет. То есть эффективный только полет в воздухе, блядь. Но игра охуенная. Пиздец. Откуда взялся Люкен? Будет улучшаться. Бред полнейший, блядь. Вот они стояли втроем и ждали, пока он отпиздит с каждого по одному, да? Ебать. Лю Кэнг делает вниз-назад два. Что за дрочь? Я извиняюсь, хуем заделал этот, блядь. Когда враги тебя окружили, ты можешь микрофон атаковать сразу всех, чтобы... Шучу, конечно, блядь. Поверите еще, блядь. Пиздец. Вот это игра, блядь. Куда там мифологии Саб-Зира до такого гениального, блядь, геймплея? Ужас, они между собой начали драться. Враги начали драться между собой. Бред полнейший. С чего им начинать драться друг с другом? Хо-хо. Хо-хо-хо! Почему такая реакция?
Пиздец. А, блин, ладно, не смог. Интересно. Я же говорю, все двухкнопочные, блядь. Вот сколько я это уже говорю, уже, наверное, лет 5. Так. Ну, собственно, постоянно, еще да, вот значок. Как выпустили, блядь, МК, блядь. Вот тебе, пожалуйста, все двухкнопочные. А, ну, воздушные атаки. Если ты нуб, выбирай Кун Лао, блядь. Не лезь на Саб-Зира, блядь, никогда. Пиздец. Ебанулся. Надо все-таки добить вот это. Даже в мифологии Саб-Зира там где-то 2D, блядь. И то больше было возможности убивать врагов. Упустил момент. Это просто кайф, ребят. Кайф! Чистый кайф. Так, у меня 3200 опыта, давайте посмотрим, нубяра, что я могу купить. Блядь. Кайф. Ебануться, блядь. Двойной телепорт. Фу, спасибо, господи, что я не такой дебил, блядь. Кун Лао может выполнить двойной телепорт и вернуться в изначальное место. Я ну нахуя ему это надо? Как это можно использовать? Ага. Продолжение крутилки, спина. Можно вместо одного спина. Раза нажать три. Спина, ребра. И, к сожалению, голова. Третье умение я пока не вижу. Посмотрим шляпу. Ага, отскакивающая шляпа. Рикошет. В общем, при попадании с твердыми предметами шляпа отскакивает в том или ином направлении. Да, да я не ты, я знаю, что такое рикошет. Кстати, вот, мне кажется, захват это самое бесполезное. Есть определенный момент игры, где нужно хватать противника и кидать в различные объекты, чтобы пройти дальше, но лично я просто так захват никогда не использовал. Потому что намного легче выбивать комбинации и получать больше опыта, чем вот именно. Захватывать противника. Намного и легче, блядь. Управлять, да, можно брать вообще контроль над противником. Лох, боже, как же ты жить по жизни-то будешь, а? Как по мне, бесполезно. Можно легче, блядь. Сейчас я должен выбрать. У тебя же камень на пути или встретится, блядь. Ты ж... Или отскакивающий... Блядь, не знаю, нахуй, вертолет вызовешь, блядь. Ты свои накопления отдашь, лишь бы камушек, блядь, не переступать. Блин, ножку лишний раз не поднимать, блядь. Вообще, такие офигенные. Кто офигенные? Вообще, такие офигенные. Блин, звуковые эффекты вообще. Такие офигенные. Звуковые эффекты? Чем они, блядь, офигенные? Бля. А, нет, этот спин, он вообще тут не останавливается. Я могу его хоть сколько нажать. Пиздец. И в чем смысл, блядь, этого дебилизма, блядь? Стыдок, на самом деле, придурок, блядь, не так на месте эффективно, крутится. Но следующие уровни спина, они должны давать больше пользы, поэтому... Уровни спина, спин. Блядь. Уровни голова, блядь. Уровни живота, блядь. Живот. Ага, спина, кнопка R2 блядь. Подбирает предметы, я могу сейчас взять черепа и кинуть в своих противников, врагов. А вали, что это хуёвый геймдизайн. Кстати, из Mortal Kombat 4. Захват. Из хуёвой игры. Ай-яй-яй. Фига себе. Во. Ну же. Возьмешь, нет? Вон. А, блин, пиздец. только взял. Поднимать оружие. Что за бред, блядь? Это Mortal Kombat, блядь, сука. Кстати, вот или Skyrim, блядь. Сильные. Или хуй его, блядь, даже шо. А где мой второй противник? Куда он исчез? Mortal Kombat, ну, вот блядь, с мечом бегает, блядь. Заканчивается. Как Арагорн, блядь. В этом его Devil May Cry, блядь.